Что нам для салата нужно? Картошка, морковь, зеленый лук, копченая куриная грудка, можно любую часть курицы, главное, чтобы она была копченая. Гранат и свекла. Морковка, картошка и свекла натерта вот на такой терке. Плюс еще майонез. Положила я в тарелку такую длинную бутылку. Можно стакан для сока, без ручки длинный, если есть. Ну, поменьше я не нашла, у меня получилось совсем длинное. Ничего, первый слой у нас картошка. Итак, солю печу, ну слегка соль и перец, только вот этот слой картошку. Потому что копченая курица, она тоже соленая. И майонез соленый, кто захочет, потом добавит. Дальше идет у нас майонез. Вот так вот размазываем. У меня идет зеленый лук, так как зеленый лук хорошо сочетается с картошкой именно. Грудка. Следующий слой майонез. Следующий слой морковка. Забыла вам показать, что еще яйца нужны. Отварила, а показать забыла. Следующий слой, значит, яйца, про которые мы забыли. Вот когда размазываем майонез, пытаемся чуть-чуть прижимать все ингредиенты, чтобы друг с другом слиплись. Теперь свекла. У нас опять майонез. Но забыла вам сказать, перед тем, как сюда, допустим, на терке свеклу, ставим в сито, чтобы жидкость лишняя стекла со свеклы, чтобы здесь лишней жидкости не образовалось. Вот, следующий слой у нас опять майонез. Идет у нас гранат. Положили гранат и вот так вот чуть-чуть прижимаем, чтобы слипся. Все, все приклеили. Теперь надо аккуратно баночку достать. Все, красота у нас такая вот получилась. Надеюсь, вам все понравилось. Будут вопросы, пишите в комментариях. Всем пока-пока!